Постройка, подпишись, Лилюшкин Ган. Всем привет, снова я Мэйбрис, и в этом видео я буду проверять мифы на новой версии Чикен Гана вместе со своими подписчиками. Если ты хочешь попасть в мое видео, то подписывайся на мой телеграм-канал, ссылку я оставил в описании, и мы начинаем. На карте Warehouse в ангаре есть новая пушка. О, все, подписчики начали заходить, сейчас мы будем проверять этот миф. И вот все подписчики, которые зашли на этот сервер. Если ты хочешь оказаться среди них, то подписывайся на мой телеграм-канал по ссылке в описании. Так, все, вот это ангар. Давайте здесь проверять эту пасхалку. Ой, вижу, они тут с камерами бегают. В общем, ищут эту пасхалку по полной. Почему они мне тут дают разные вещи? Ладно, давайте возьмем какую-то. Допустим, вот бутылку кваса. И... Почему я вообще вышел из этого ангара? Что, собаки? Так, о, вот мне дали золото, серьезно. А золото нужно уложить в сейф, давайте положим. Ставим и уложим внутрь золота. Так, блин, чё меня толкают этой пиццей? Надо, блин, как поставить? Ну, так, все, фух, наконец-то получилось. Угу. Так, чё они тут делают? Чё? Почему? Как я вообще под картой оказался? Чего? И тут еще кто-то со мной под картой. Портал какой-то или меня вытолкали как-то? Короче, никакую пушку мы не нашли. Если построить новогоднюю карту, то придет новогодний дракон. И я решил украшать вот эту вот зимнюю карту, которую добавили в новое обновление. Вот эту вот Чавахаус снег или как она там. Так, все уже заходят. И сейчас мы будем ее улучшать. Давайте вообще первым мы начнем улучшать, чтобы показать, что нужно делать, как именно украшать. Да что вы мне мешаете, давайте. Вот так вот, давайте, все. Вы поняли, надеюсь? Да, все, наконец-то они начали понимать, тоже уже ставят. Блин, тут как-то странно, елка стоит, давайте ее переставим немного, а то она прям в санях стоит. Вот так можно, хотя не. Давайте вообще вот так вот поставим вообще имба. О, тут сидит медведь. Ну, давайте хотя бы, мне лучше на земле сидеть, давайте ему какой-то пенек положим. Думаю, это более-менее на пенек похоже. Давайте берем его и вот так пусть сидит. Ну, вроде и на пенек немного похоже, реально. Какие оружия! Давайте убираем, чтобы у нас же Новый год, а то может и новогодний дракон не придет как раз из-за этого. Все убираем. Что? Что за сугробы? Ну ладно, капец, сугробы прям ты, это елка, это они типа елку строят, вообще крутую карту. Вот тут походу все персонажи из Чикен Гана собрались, тут сидят в центре, вообще прикольно. Камерамен даже, ой, какой камера, колонкамен, буду я, зачем я дерево кину, у меня случайно, вот этот камерамен, а, колонкамен, да блин, постоянно буду их. Надо как-то поставить вот так вот. А то я тут сломал случайно. Там просто вот чикен стоит. Ну, вообще прикольно. Ну, короче, новогодний дракон не пришел. И на это все. Всем пока.